С камерой я не расстаюсь уже 5-й год. Фотография для меня больше, чем работа. И не только хобби, это для меня вся жизнь. Для меня в кайф поймать всегда самый сочный момент и вытащить из фотосъемки всю изюминку. Меня зовут Лена Лапина. К самой фотосъемке нужно готовиться тщательно. Чтобы создать образ, нужно подобрать правильный макияж, стиль, одежду. Для фотосъемки нужно подобрать локацию, неважно, студия, улица. К этому все нужно готовиться и проявлять фантазию, на это нужно время. При небольшом опыте, но большом желании мне уже удалось посотрудничать с такими артистами, как группа Бруто, Ксюша Космос. Также удалось побывать на мероприятие в качестве фоторепортера на Ukrainian Fashion Week. Самая любимая моя часть – это обработка фотографий. На это мне не жалко ничего, ни времени, ни фантазии. Могу сидеть за обработкой самой фотографии множество часов для того, чтобы создать некий рисунок. Мое первое образование – художница. Поэтому после всей фотосъемки я в буквальном смысле этого слова начинаю творить за компьютером.